Раскрыв, начался? А? Давно. Вот ты опасный тоже. На каждом шагу снимаешь, не сдаешься. Что будем делать? Сейчас приколится, тема есть одна жизнь. Че раскрыв? Сам как вообще, брател? Нормально. Махачкале? Да. А че, где был? Нигде? Здесь я. Это печально. Ты так и не выбрался из этого круговорота событий, да? Махачкала, она засасывает каждого. Да. Черная дыра. Говори. Бля, ты приколист, он камеру на пол опустил. Это неуважение в твой адрес. Бля, неуважение в мой адрес. В твой адрес неуважение. В первую очередь. Люди просматривают мои видео уже ВКонтакте. Ты смотришь на меня, да? Надо, дергай мой глаз обеими бровями. Оказывается, и так, короче. Люди смотрят по 400 просмотров уже у меня. Блядь, на каждом видео. Пятки жгу, не пятки, людям нравятся мои видео. На, кошечка. Рано или поздно это все кончится, друг мой. Конечно. Слава, она как я не знаю, как спичка. Она горит определенный промежуток, а потом испаряется. Такая жизнь. Рано или поздно твоя слава уйдет, брат мой. Ты без